поставь лайк. Тумки, я школьник. Всем пока. Сейчас. Все, я готов. А перед просмотром данного видеоролика советую вам посетить канал Malum Play, на котором вы найдете ваши любимые мини-игры. Пачан старается и нуждается в вашей поддержке. Ссылка в описании. Ну а мы переходим к просмотру нового троллинга. Тумка одобрила. Ребят, перед тем, как продолжить смотреть этот ролик, я хотел сообщить то, что 26 сентября у меня будет стрим. Если вы смотрите стрим в дату его выхода, то это получается завтра, как бы сегодня пятница, завтра суббота. И, в общем-то, в субботу будет стрим, насчет того, во сколько точно, я не знаю, но где-то, наверное, приблизительно часов в 14, что ли, по Москве, может быть позже, может быть раньше, точно не знаю. Ну, пока что планы мои больше сдвигаются на 14.00. В общем, где-то там следите за каналом. Я создам мероприятие на пару часов перед началом стрима. Не пропустите стрим. Будут мини-игры, будет вообще все, что вы любите. Так что, в общем-то, что ж, продолжаем смотреть ролик. Ставьте лайк, так как мы очень сильно старались. Приятного просмотра. О, здорово. Ну, короче, это ты писал, типа, кто тим там по скайпу? А, да. Мы, короче, клан свой делаем, чтобы в Skywars сыграть. Клан? Ну, типа, да. Кстати, слушай, как тебя зовут вообще? Рома. Ваня? Рома, блин. Как еще раз? Рома. Дима? Короче, да. Ладно, будем вас тогда называть Дима первый и Дима второй. А как у вас там вообще-то в стране? Ну там, температура, все такое. Нормально? Какая у вас там температура? Для жизни подходит. Ну, не так, как в Африке, не так, как в Северном полюсе. У нас, короче, такая жара вообще невозможно. У нас, короче, иногда бывает плюс 50 градусов. Под такую жару вообще дельфины тают. Дельфин. Это вообще капец. Дельфин. Давай, ну как бы, давайте узнаем друг друга поближе. Типа там, опиши себя, не знаю. Как меня можно описать? Ну, а как ты себя обычно описываешь? Да никак. Ты человек-секрет? Да. Да вы оба, что ли, новички? Ну, я так, я не совсем новичок, я уже давненько играю, где-то, наверное, недель-две, что ли. Меня зовут Пауло. Пауло? Да. Никогда такого имени не слышал. Как павлин, только Пауло. Дима первый, ты чё, по жизни пингвин? Нет. А чё ты пингвин? Ну, сейчас, подожди. Да я не совсем пингвин. А кто ты? А, ты свинья! Всё, теперь будешь Добавь ты меня, у нас пожалуйста. Дима первая свинья. Называй просто свинка. А, свинка Пеппа? Из-за лупы у Джорджа глаза просто огромные. Давай, свинья, тащи. Сейчас я этого... Ау! Я отомщу. Нет, я... Блин, простите, пожалуйста, не тащу. Я прощаю тебя, сын мой. Да. Дим, ну, пожалуйста, можно... Ой, я упал куда-то. Меня дырка засосала, блин, и не высасывала. Пауло, следи за нами. Особенно следи за мной, как я сейчас затащу. Главное, чтобы меня не выкинули. Слушай, а чем ты обычно любишь заниматься? За компом сидеть. И чё? Ещё? И это круто. Гулять люблю. Гулять с кеми? С подружками? Нет. А, ты не любишь девушек? Ты этот, да? Нет. Мне ещё нет девушки плюс. А, ты в активном поиске, да? Да. Лол, чувак ко мне такой прыгает. И не долетел. Прыгает и не допрыгает. У тебя что там, Формула X прямо снаружи? Да. Слушай, ты же уже сделал математику, да? А почему я упал? Так вот, поможешь мне мою сделать? Ну, мне там буквально совсем чуть-чуть осталось. Что мне делать за тебя, домашку, что ли? Давай. Там, короче, осталось только последнее, вот я не понимаю. Тут, короче, написано, типа, 242. Плюс 51, плюс 1, плюс 7, минус 1. 300. Отсоси у тракториста. Стой, возьми трубку в скайпе, мой друг тебе звонит. Какой друг? Ну просто возьми трубку в скайпе, мой друг тебе звонит. А, ну взял и чё? Взял, да. Ну. Я тебя затроллил. Ни хрена себе. Да. Слушай, у тебя искусственный талант. Шо? Блин, так он еще и читер, и троллер. Я не читер. Ты читер. Нет. Да. Ты не мог сделать один. Чувак, ты читер, понимаешь? Ну, чувак. Да не читер. Давай правду говорить. Я не читер. Да ты читер.
Я не читер. Смотри, как я их сейчас валить буду. Ну вот именно, ты читер. Я обоих убил. Это, ну это вот, ты читер. Это не читер, это прямые руки. Да так, блин, вы биться не умеете, я тебя защищу, брат. Блин, да я тебе отвечаю, он читер, он за доли секунды его убил. Осторожно, я тебя сейчас скину. А, у тебя еще и чит, ты за стенами видишь, да? О, тебя кинули, у тебя что, чит не заработал? Какой чит, у меня нету читов. У меня нету читов. А можешь мне скинуть, я никому не скажу. У меня нету читов. Я мышку, блин, просто не знаю, что я с ней делаю. На меч, меч. Что ты с мышкой делаешь, ты что, вообще уже, что ли? Нет. Вот такой меч. Да чувак, читы, фу-фу. Я не читер. Да чувак, я все знаю. Я еще блок сломаю, если еще раз скажешь, что я читер. Во-во-во, видал? Димуха, он может под тобой блок ломать, осторожно. Хорошо. На тебе, короче, удочку, будешь своими читами их убивать. Вот читер, видишь, он не отлетает. Да это из-за тебя все. Вот кто-то из вас так просто беспалевно бьет. Странно, кто тебя убил? Кто меня убил, реально? Ой. Слушайте, ты... скажите честно, да. Вы меня троллите? Я бью чувака, я убил чувака. Я бью еще одного чувака. Он не умирает. Кто их убил? Я убил тоже двоих. Чё это было? Давай, читер. Ну уже прыгай, чё ты? А вы видели, кто там, блин, читер? Да, ты. Я админ, если вы меня обидите, я вас забаню. Вот докажи, вот убей меня и докажи, что ты админ. Так, ну хорошо, какая у тебя броня? А! Если хорошая, то киллы. У меня чуть-чуть алмазной брони. Ты меня не убьешь. Ты не убьешь меня. Блин! Он реально, походу, админ. Я его тпхнул к себе, чтобы он мне помог. Он и читер, и хакер, и админ? Слушай, зачем мы его добавили? Кикай его из скайпа. Да я не читер, я не хакер. Ты админ. Да, и чё? А ты что? Кто меня? Админ, вали его. Слышь, админ, а чё ты его не убил? Потому что у меня кирка была, у него меч. Ты можешь читерить только мечом? Скажите, зачем вы Донбасс бомбите, пожалуйста? А вам, кстати, понравилось, как мы вас в Крым забрали? О, прикольно. У нас пати там было. Прям вообще прям тусили. Ну вы не бомбите, хорошо там Донбасс, скажи там, хорошо? Не будете? Он Донбасс бомбит. Потому что мне так хочется. Блин, не бомби Донбасс, пожалуйста. О, у меня 8 яблок золотых. Тут чувак, блин, бегает, прыгает, скачет. Так забань его. Это же нельзя делать. Я его убил. Привет. У нас, короче, сочинение просто на дом, и я, короче, пытаюсь самые смешные слова подобрать и сделать из них одно сочинение. Чего? Скажи слово всем. Всем. Поставь лайк. Тумки. Я, школьник. Всем. Пока.